По количеству пожаров 2017 год стал настоящим испытанием для Губкинского. В течение года пожарные расчеты неоднократно выезжали для тушения серьезных возгораний. Последние два пожара произошли в доме номер 13 в 12 микрорайоне и торговом доме «Русь». Забежала девушка, если я не ошибаюсь, она начала кричать, что пожар, быстро собирайтесь, выходите из помещения. Но на тот момент мы были почти одетыми, мы побежали в сторону лестницы, и на лестницу уже невозможно было спуститься, она была уже вся в дыму. В тот вечер в здании находилось 23 человека, 15 взрослых и 8 детей, все эвакуированы. В спасении людей и тушении пожара было задействовано 17 огнеборцев. Пожарные поставили лестницу, то есть начали подниматься по лестнице. Сначала спустили детей, то есть у меня забрали старшую дочку, маленького забрали. И буквально тут же пожарные зашли через пожарный вход и вывели уже всех оставшихся, кто был на втором этаже. Нас быстро вывели, они быстро приехали, но мы не пострадали. Мы отделались легким испугом. Пожар в жилом доме номер 13 в 12 микрорайоне привел к трагичным последствиям. В 3 часу в ночь на 19 ноября огнем был охвачен коридор первого этажа. В результате возгорания трое обратились за медицинской помощью, один человек погиб. В тушении пожара было задействовано 14 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. У нас квартира находится на втором этаже, нам спуститься было не на чем. Если только прыгать, ну вот машина подъехала, ребята сработали на отлично. Моментально лестницу подставили. Ребята молодцы, работали хорошо. Если бы не они, даже я не знаю, какие, может, все равно бы другие какие-то последствия были. В обоих случаях, благодаря оперативности реагирования экстренных служб и самоотверженным действиям пожарных, поставленные перед ними задачи были выполнены, а именно эвакуация детей и взрослых и ликвидация пожара в кратчайшие сроки. В связи с произошедшим пожаром в торговом доме «Русь» сотрудниками отдела надзорной деятельности были направлены документы по согласованию внеплановой проверки в прокуратуру города. По результатам надзорных мероприятий индивидуальному предпринимателю было выдано предписание с нарушениями требований пожарной безопасности. То есть, в частности, это нарушение содержания пути эвакуации, нарушение в области автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре. По результатам также предпринимателю был выписан административный штраф, даны сроки на устранение данных мероприятий. Если же предприниматель не устранит замечание в срок, будут поданы документы в суд на приостановление деятельности торгового дома. В настоящее время причины пожара в торговом доме «Русь» устанавливаются. Хотелось бы еще раз обратиться к гражданам города. То есть у нас недавно были пожары в жилом секторе. Еще раз большая просьба к жителям привести в порядок места общего пользования в ваших жилых домах. В частности, большая, огромная даже просьба очистить лестничные марши, то, что вы храните под лестницей, любые горючие материалы. Это все пожарная нагрузка, и все это может привести к плачевным результатам в случае возникновения пожара. Пожарные Губкинского во всех случаях возгорания отработали на отлично, так как было спасено большое количество людей и объектов. Также отделом надзорной деятельности постоянно проводится работа по профилактике пожаров. Элиас Капралов, Денис Вильков, Денис Гимп, новости Губкинского.